Всем привет! Сегодня у нас особенный день, несмотря на то, что такая погода очень серая. У нас праздничное настроение, сзади меня куча шариков, у Рози сегодня день рождения. В этом году захотелось мне сделать для Рози вот такую инсталляцию шариков. Это должно было быть облако, но эти шарики, они сделаны из крахмала, соответственно, с ними надо очень быть осторожно. И в итоге, пока мы повесили это облако, оно стало больше похоже на арку. Ну, пусть будет арка. В общем, у нас было всего 54 шарика, 16 из них лопнуло. Там еще осталось немножко шариков. Ну, я думаю, что так тоже нормально, тоже красиво. Мне, конечно, нравятся больше вот эти вот золотые, с конфетти. Но вот именно они, шарики вот этого именно вида, они лопались больше всего. Вот, поэтому у нас осталось их всего лишь так мало. Но я думаю, что, в принципе, более-менее симпатично. Вот, празднично, торжественно. И я рада, что, в принципе, это не резина. То есть это я все положу в ресайклинг, это все просто будет утилизировано. И только что доставили наш тортик. Смотрите, какая красота. Я потом, когда достану, вам покажу еще раз. Ну, да. Ой, какой красивый у тебя торт, Рози. Посмотрите, какая красота. А еще куча печенек. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Ну что, вот наш торт со свечкой, цифра 2, сюда как раз идеально стало. В этом году я заказывала торт уже в другом месте, уже в бейкере официальный, потому что в прошлом году та женщина, которая делала торт, она сказала, что если вы хотите какой-то вот такой необычный торт, то цена начинается от 300 фунтов. Поэтому я заказала вот этот вот. Если интересно, кто живет в Лондоне, то могу вам оставить адрес этой бейкери. Очень красиво сделали. 60, по-моему, фунтов я заплатила. Розе очень нравится. Сейчас будем зажигать свечку. Розька, ты вся в шоколаде. Готова задувать? Ты готова задувать, Розе? Подожди, нет, не ты. Розе, тебе нужно задуть свечку. Дуй, давай. Дуй на свечку. Да подожди, не подожди, ты. Давай, Розе, делай. Подуй, подуй на свечку. Дуй, подуй, дуй, подуй. Дуй. Помнишь, как твой в мультике в любимом дует? Давай. Роська, подуй. Подождите, подожди. Ну, давай. Все, ура! А ты сможешь так сделать, Рожей, подумай? А ты... Давай вместе, давайте? Давай. Да ну, Джей! Подарки, Роси, смотри. Джеймс, Джеймс, вручай подарки. Дари подарок. Джеймс, дари подарок, Рози. О, сколько подарков. Кто-нибудь вытрет Рози лицо? Ребята. Ага, это слаймы в пакетиках. Или нет, нет, нет. Покажите, что это такое? А ну. И значок. Кто там? Ой. Тебе снять значок? Боже, что поет. Вау, Манки говорит, смотри. Hello, Манки. Ай, привет, Манки, привет. Манки, привет! Классный! Смотри, Рози, снимай, Джей, снимай коробку. Рози, снимай коробку. Вау! Рози, кто это тут у тебя такой? Вау, что это? Это что, куколка, что ли? Розенька? Рози, смотри, что тут? Вау! Смотри! Девочка! Девочка, девочка! Вот так, Джей. Как оно светит на столе? Покажи. Вау! Кроме торта у нас здесь печенье. Славик привез его из Сум. Наша родственница делает такое печенье на заказ. Если кому интересно, я оставлю ее инстаграм. Она здесь вот и украинское такое тематическое нам сделала. Мы заказывали Минни Маус, мы заказывали Пеппу Пиг. Тут вся семейка, остался у нас только Джордж с динозавром и папа, потому что всех остальных уже поломали. Двойку тоже уже раскрошили. В общем, оставлю вам ссылку в описании, если кому нужно, то заглядывайте.
конфетти нам пригодились для украшения стола. Спасибо! Вау, смотрите, мне достался какой макарон. Роси поделилась. Кстати, вот эту открытку сделал сегодня Джеймс в садике. Он был сегодня полдня, и мы просили воспитателя, в общем, чтобы они сделали что-то красивое. Я-то понимаю, что это был их attempt сделать единорога. Это все блестки, немножко сыпется. Ну, симпатично получилось. Что, день рождения подошел к концу. Я быстренько поубирала. Остались тут у нас несколько салатов. Это мы, я думаю, вечером доедим. Пол торта осталось. Вот. Самое главное, то, что меня не перестает радовать после вот этих всех праздников, это то, что мне не нужно мыть посуду, потому что посудомоечная машина помоет все за меня. Оставшиеся шарики, кстати, не лопнули, все с ними нормально. Самые прочные крахмальные шарики остались в живых. Интересно мне, как долго они еще здесь провисят. Ну, посмотрим. Если что, у нас будет опять конфетти сыпаться, когда вот эти два лопнут. Мы сегодня приехали на Pumpkin Patch. Это такое место, где можно купить тыкву. Мы здесь уже были когда-то, когда Джеймсу было годик, что-то около того. И вот мы сегодня вернулись уже из Рози. Она здесь еще не была, а она просто в шоке, потому что она обожает тыквы. Здесь прям целая лодка с памкинами, с тыковками разными. Да, чтобы купаться. Здесь вот патиссоны есть и такие вот смешные тыквы, как, не знаю, мухоморы какие-то. Я таких никогда не видела. Видите, сколько люди берут сразу? По ценам вот такого размера 3,95. Вот это уже 5,95, она побольше. Ну, то есть здесь тыквы дороже стоят, чем в супермаркете. Но как бы ты поддерживаешь фермерское хозяйство таким образом. Сегодня начались первые каникулы. Half term, October half term. То есть это первые каникулы в октябре, которые начинаются. Поэтому очень много детей. Здесь такая тоже небольшая площадка есть. Смотрите, зонтики такие прикольные. А вот. Так что эта неделя... Здесь будут все школьники, которые на каникулах. Что классного, что здесь также есть место, где можно и вырезать тыкву. То есть такие вот столы, чтобы не мусорить дома. Вы можете купить здесь тыкву, сразу ее оформить, выбросить все, что нужно. И забрать домой уже готовый этот фонарь. На карте можно купить сразу carving set. То есть вот вы берете все, что нужно для вырезания. Можно даже свечки сразу купить. И все у вас готово. Здесь вот можно купить кофе, чай, горячий шоколад. Посмотрите, какие вкусняшки здесь продаются на палочках. Вот такие вот вкусняшки. Потом вот такие вот еще монетки. И красивое печенье. Здесь есть тыковка. Здесь вот череп вот этот вот на День мертвых. И вот еще такие волшебники. Рози себе выбрала вот такую вот мордочку из маршмеллоу. It feels the same. The days goes on, but that's okay. Why can't you stay? Right here with. Мы зашли в паб, а здесь все украшено к Хэллоуину. Так, атмосферненько. Тут уже можно заказать даже рождественский ужин. Всего за 60 фунтов целых 5 разных блюд. Ого. Еще здесь такой красивый старинный камин. Это вот туалеты. В общем, все в паутине. Детские игрушки. Миленько. Our only hope is to forget.
сегодня после последнего кадра и того, что вы видите сейчас, потому что я была в Манчестере, я решила сделать отдельный влог из этого города, он уже на канале, если вы не видели, то посмотрите. Это, кстати, вот моя первая попытка накрутить волосы, как видите, работает. Мне еще нужно потренироваться с техникой. Сейчас я нахожусь в Саут-Кенсингтон, и я сюда еле добралась, потому что это было, знаете, самое тупое решение Transport for London – закрыть District Line, закрыть ветку зеленую District Line, которая едет сюда. Здесь находятся три музея, каток с елкой, и сейчас каникулы осенние. Соответственно, здесь такая толпа была. В общем, я на трех разных ветках ехала вместе с родителями, с детьми. И в итоге мы все вышли на South Kensington, и поезд освободился. Вот, фух, я уже здесь, мне страшно даже подумать, как я буду ехать обратно домой. Но об этом я подумаю чуть позже. Приехала сюда по особому случаю. Сначала куплю Славику паштели Донато, и потом вам подробнее расскажу. Я пришла за паштельками. Они уже почти 2 фунта, с ума сойти, они все дорожают и дорожают. А в Португалии они 50 центов стоят, представляете, 50 копеек. В этом году елку и каток поставили еще раньше, чем в прошлом. В прошлом году это было 26 октября. В этом году они открыли 16 октября. Можете себе представить? Обалдеть. Надо будет сюда привезти детей и сходить обязательно в музей. Это у нас как традиция на день рождения Джеймса. Мы всегда сюда приходим. Итак, я на месте. Как вы думаете, куда я пришла? Я пришла в Royal Albert Hall. Я купила билеты еще в июне. Они ко мне пришли 19 августа. Я, честно говоря, думала, они уже не придут. Я пришла на Harry Potter in Concert. Это такой просмотр фильма, но при этом музыку исполняет оркестр. В данном случае Королевский филармонический оркестр. Я не знаю, понравится мне или нет, но, в принципе, это две вещи, которые я люблю вместе, поэтому я надеюсь, что мне понравится. Закончился уже концерт. Четвертая часть не моя самая любимая, но музыка очень красивая. Композитор Патрик Дойл, кстати, был в зале. И знаете, меня это так вдохновляет осознавать, что ты находишься в помещении в одном с таким талантливым человеком. Потому что на самом деле очень красивая музыка. Можно, кстати, было с ним встретиться как Q&A, что-то типа такого за 6 фунтов через полчаса, в 5 вечера, практически сразу после концерта. Я бегу домой, это был мой такой прибёздый трит. Сегодня 3 ноября, как раз ровно месяц до моего дня рождения. Я не знаю, замечали вы или нет, но англичане очень любят игру слов. Посмотрите, сейчас в музее висит кит, вот как они обыграли это. Whale, hello there. И уже достаточно потемнело, чтобы показать вам еще раз мой любимый каток в городе. Как же здесь красиво. Самая классная атмосфера здесь. Да, даже не катаясь, кстати, потому что я не умею кататься. Promise Santa's coming to visit.